Итак, перед вами прицел «Штурман» с переменной кратностью от 1 до 6. Диаметр объектива 24 мм. Производство Китайской Народной Республики. Прицел приобретался для практической стрельбы, как универсальный с применением от 20 до 100 метров по дальности. Охотники еще его называют «загонник» для ходовой охоты. На первый взгляд, прицел сделан качественно, в руках лежит приятно, на оружии стоит удобно. Он относительно небольшой и легкий. Корпус прицела цельный, алюминиевый, покрашен в черный цвет, посадочный диаметр 30 мм. Прицел, можно сказать, прикладистый. Расстояние до зрачка позволяет стрелять с его помощью и лежа, и сидя, и стоя, и на ходу. На небольших расстояниях при однократном увеличении можно смотреть двумя глазами, то есть использовать его как коллиматор. Сетка гравированная на стекле, крест с тонкими линиями в центральной части и тонким верхним пеньком с разрывом в центре. Подсветка точки в центре креста, красного и зеленого цвета. 5 уровней яркости для каждого цвета. Днем на солнце точку видно неплохо на максимальной яркости. В темноте на минимальной яркости точка не слепит. Оптика прицела достаточно светлая. В сумерках видимость хорошая. Есть постройка диоптрий. Цена клика в механизме введения поправок составляет 1/2 МОА. Прицел для поставленных задач мне полностью подходит. Качество проверим на полигоне. Выехал пострелять с прицелом «Штурман 1.6 на 24 на полигон. Расстояние до мишени чуть больше 50 метров. Это практически максимальное расстояние в практической стрельбе, не считая специальных упражнений с дальностью до 100 и более метров. В основном на упражнениях мишени отдалены от 20 до 50 метров. Пристреливал со стола. После пристрелки работал с рук. Было сделано порядка 150 выстрелов, калибр 7.62 на 39. Что могу сказать? Прицел понравился. Работал и при увеличении в 1 крат, и до 6. При однократном увеличении свободно смотрел двумя глазами. Для практики больше 4 крат увеличение уже излишне, так как поле зрения недостаточно для быстрой стрельбы. Мишень приходится долго искать. При увеличении от 1 до 3, 4 видимость хорошая, и можно быстро переключаться с одной мишени на другую. Расстояние до зрачка удобное. Прицел прощает колебания и движения. Результаты на мишени. Отстрелял одну группу из 3 патронов, потом скорректировал по горизонтали, отстрелял вторую группу на 5 патронов. Один оторвался, потому что я неудачно вложился в приклад. Прицел могу рекомендовать и охотникам, и спортсменам.